На балансе Брестского котельного хозяйства 27 котельных и 317 километров тепловых сетей, поэтому подготовка к отопительному сезону начинается задолго до холодов. С поздней весны на протяжении всего лета специалисты Брестского котельного хозяйства напряженно работают, чтобы когда настанет срок, в каждое учреждение и в каждый дом своевременно поступило тепло. 21 сентября, согласно решению Брестского горосполкома, в городе был начат отопительный сезон. В этот же день к отоплению начала подключаться и первая очередь потребителей, а именно это детские, дошкольные, школьные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, также учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Спустя неделю, 28 сентября, была получена команда подключать вторую очередь. Это жилищный фонд города, общежития и учреждения образования, за исключением детских дошкольных и школьных учреждений. Подключение второй очереди, к которой относится жилищный фонд, производится в пятидневный срок на основании согласованных и утвержденных графиков, с учетом этажности и индивидуальных особенностей потребителей. Всего в нашем городе более 1800 домов, из них 1103 на балансе ЖРЭО. А вот решение о подаче тепла в дома ЖСПК и товариществ собственников принимается их председателями. Затем работы по подключению будут проводить третья и четвертая очереди. Это административные здания и промышленные организации соответственно. Если проводить сравнение с прошлым годом, то в 2021 году отопительный сезон в городе также был начат 21 сентября, а с 23 сентября началась подача теплоносителя по жилым домам. В прошлом году отопительный сезон для жилищного фонда продлился до 2 мая и составил 222 дня. На данный момент работы проводятся с опережением графика. Делается это прежде всего, исходя из озабоченности жителей города риском возникновения роста простудных заболеваний и создания оптимально комфортных условий для проживания.